Лолита, кто из ваших воспитанников будет сейчас петь для нас? Песню они споют. Честно, я даже не знаю, как звучит эта песня. Она называется «17 лет». Дуэт «Янкис». 19 человек, 12 участников, прошли на проект. Значит, каждый из них достоин здесь находиться. И, естественно, первое время поначалу все друг друга смотрели оценивающе. Вот да, мы просто сидели с Настей, вот тут все такие взрослые, мы самые маленькие на проекте. Из тех, кого хочешь взять, понянчить, они такие хорошие, с пухлыми коленками, двигающиеся одинаково, в них много органики. Мы знаем свои косяки, и, естественно, мы не ожидали, что там на телевизоре будет все супер-пупер классно. Но, по крайней мере, мы рады, что вообще есть такая возможность. И что она досталась нам. Группа «Янкис». Я вижу, я снова вижу глаза твои. Это отражение моей любви. Весь мир превратила, шутя, в тебя. Везде я вижу тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. И мне не важно, который день, который час. Время остановилось, есть только небо и свет твоих глаз. Я свободна и счастлива, и эта песня о том, что мы узнали жизнь так прекрасно. Сейчас поверьте, а поймете потом. Эй! Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Сегодня, этой ночью. Но впрочем, Следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Там ты что, да? Конечно, но... В общем... Мне понравилось, что вы внесли в эту песню некое свое видение этой истории. Мне понравилось, что вы отрывались по-взрослому. Мне хотелось отрываться с вами. Я считаю, что это было достойно. Супер. Мне очень понравилось. Мне понравился номер как постановка. Классные вот сзади картинки эти были. Здорово. Это вы дополнительно работали, да, с этим? Классно, классно. У меня осталось позитивное ощущение от вашего номера, в принципе. Спасибо. Ну, я рада, что для начала двое моих коллег уже вас похвалили за то настроение, которое вы создали на сцене, за этот шум, гам, веселье и за ощущение весны, которое сейчас на самом деле есть, вот если мы выйдем из этой студии. Там и солнышко есть. Вы это солнышко для меня внесли. Вы самодостаточны. Вот мне вас на сцене хватает. Думаю, залу тоже. Скажите классные. Все то, что мы услышали... Из этого можно было понять, что одна хорошо поет, другая похуже. Вот черненькая похуже поет. Поэтому надо, Лолит, когда уже что-то надо акцент делать на одной поющей, так, а другая чуть полегче, чтобы ей было. А так, в принципе, очень органичные, хорошие, интересные. Молодцы. И зато вторая еще и на саксофоне играет, албайский. Живьем. Саксофон не спасает. Ну что ж, давайте искупаем в аплодисментах этих волнующихся, красивых двух очаровательнейших девушек. Эти аплодисменты вам! Но, на мой взгляд, Лолита может гордиться своими подопечными. Мне кажется, достаточно интересный получился дуэт. Девчонки, что вы можете возразить, быть может, или просто сказать нашим членам жюри?
Мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы дали нам этот шанс стоять здесь, на этой сцене, и показать вам то, какие мы есть. Наша цель сегодня была просто показать, что мы действительно хотим, можем работать. И мы сегодня как в последний раз выступали. Мы сегодня как в последний раз просто. Дай бог не последний. Дай бог не последний.